Грабеж средь бела дня, по одному нападению в месяц. С марта по август этого года небольшие точки выдачи денежных кредитов подвергались дерзким ограблениям. Мужчина в маске и с оружием отбирал наличность и спокойно уходил во свояси. Полицейские задержали подозреваемого. Его действия запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как в коммерческую точку выдачи кредитов заходит мужчина в маске. На руках перчатки, обувь замотана скотчем. Следов преступник практически не оставлял. Под угрозой применения оружия он заставляет сотрудницу фирмы отдать ему имеющиеся наличные деньги, кладет их в карман, извиняется и также спокойно исчезает в неизвестном направлении. Приехавшим по вызову полицейским экспертам никаких улик обнаружить не удалось. Всего вплоть до конца августа преступник успел совершить 7 подобных нападений. Никакой системы в них полицейские не увидели, кроме одного факта. Появлялся нападавший всегда днем, а после ограбления предлагал потерпевшим обнять или поцеловать его. Задержать подозреваемого удалось при совершении очередного преступления. Несмотря на то, что при себе у мужчины нашли оружие, оказавшееся пневматической копией пистолета Макарова, маску и похищенные деньги, своей вины он не признает до сих пор. Вместе с тем, была получена определенная оперативная информация. В конце концов, лицо было установлено. Преступник оказался несудимый. Исходя из поведения, которое вы увидите на видеозаписи, и до сих пор его поведение, как он ведет себя, уже будучи арестованным, сложилось впечатление, что для него это была просто игра. Потому что суммы денег, которые он брал, они в принципе не очень большие. Средняя сумма 40 тысяч рублей на месяц. Я бы не сказал, что она огромная.